Мяс нету? Есть. Давай. Бестолковый мужик. Давай накладу тебе картошки. Для Валентины Кеминовой жизнь на долгие годы стала чернее черного. Когда муж стал напиваться чуть ли не до белой горячки, ей стало страшно. За себя, а еще больше за детей. Не выдержала она и написала заявление председателю совхоза. А тот предложил отправить мужа в ЛТП, лечебно-трудовой профилакторий. Что они вместе и сделали. Николай тогда на Валентину обиделся не на шутку. Мне в зоне судали, бери топор, отрубай ей голову. Я говорю, а зачем? Они говорят, она тебе доконает. Почему? А если раз тебя кунула она, так и будешь. Заранее скажем, что за топор Николай Кеминов браться не стал и греха на душу не взял. Но обида потом вспомнится и на долгие годы определит его непростые взаимоотношения с женой. И это несмотря на то, что в следующий раз Кеминов отправится на лечение уже сам и по доброй воле. После явленного ему свыше чуда. Время лечит, время правит, время отдавать долги. Что же время для нас значит? Вот поди ж его, пойми. Не потрогать, не пощупать, не понюхать, не обнять. Что же время за такое? Как же нам его понять? Все во нем тут происходит. И рождение, и смерть. Как же мы ее проводим? Как же нам ее беречь? Это мне? Да. А если я тут ухну? Слышь, ты сможешь туда залезть без каких-нибудь под этих, без какой-нибудь лавочки, вот, допустим, залезть? Так, так, сможешь залезть? Конечно, капсюм, конечно. Конечно. Не обрезаться? Нет, конечно. У тебя же гибкость такой нет у меня. Да, так. Садись, поворачивайся, поворачивайся. И Лёша, нет, ты пока сядь, пока. Поворачивайся пока, поворачивайся. Спину, спину. И садись, садись, вот так, садись. Не, ложись. Вот, хотя бы сядь пока, сядь. Так. Так, я теперь варимся, давай оденем. Давай. А вот это мало. Где будешь большой буду? Когда будет? Это сейчас пытать тебе будет. Пытать будет. Так, теперь привязываем вот эту ерунду, чтобы это, каждую ногу привязываем. Чтобы она была по центру. Вес по комплекции подбирается. Вот, допустим, у меня друг один пришел, вот я ему 40 килограмм повесил. Вешает и вешает. Я слышу, ты пиши расписку, что ты на это. У тобой ничего не будет, мол, это. Ну да. Вот, 40 килограмм, это много. Так, вот сюда ложись. А, я кушаю, нанес вода. Просовывайся, да? Солнце занавесь. Солнце занавесь. Солнце мы уберем. А куда мы голову девать тебе? Так, вторую. Так, вот, я забыл, что это под голову, значит. Давай, нет, подушку. Вот пенек. Сейчас тебе пенек подложу. Подушку, да. Вот, вот, вот. Так, сейчас я тебе под голову принесу, поближе. Это, там пойдем подсыпать. Смотри, тебе не жестко будет, да? Вот хотел накатись, а покатись. Надо тебе тряпку подарить, поделить. Не надо, вот все хорошо. Подержишь, да, сейчас? Ну сейчас что будешь, канатом? Сейчас теперь буду вешать груз. Вот я тебе 6 килограмм добавляю. Посмотри, 6. Ну ладно. Как ощущение? Сильно. Ну ладно, я потерплю. Нет, смотри, я могу ее убавить. Не надо, пусть так. Нет, ты как говорит, не надо. Нормально, не надо много. Хорошо. Ты минут 20-25. Ну сколько сейчас, блин, сколько, стеки? Нет, не хочется. У тебя где-то, за твои где? Мои бани. У меня нет часов. Валентине Кеминовой вокруг все твердили. Какая такая любовь? Да брось ты его. Ему ничем не поможешь, а себя изведешь. Легче бросить, так ведь? Ну ведь это же проще просто. Мне сколько, да что ты разведись-то, разделись-то, и пусть он нехай оклевает. Опять не могла. Ты ищи мысли в голове, да как же так? Нет.